Привет всем от Светика и Фиолетика на колоссальной кухне. Сегодня я буду готовить варенье из вишни с агаром. Я готовила на пектине, а сегодня буду делать варенье с агаром. Я взяла вишню замороженную, вот она растаяла. Здесь кило 200 граммов. Я ее не блендирую, а вот такой толкушечкой немножко вот так помну. Чуть-чуть прижму, чтобы она пустила сочок. Добавляю еще кипяченой водички. Ну, смотрите сами, сколько вам нужно. Размешаю и отправляю кипятить 5-7 минут. Вот, закипело варенька. Добавляю сахарозаменитель. У меня Фитпарад 7. Добавлю 2 чайные ложечки. Добавляйте по вкусу. Перемешаю. Замечательно. И пачечку агара. Здесь 8 граммов при вас высыпаю в емкость. Беру чайную ложечку и добавляю 1 чайную ложку на килограмм 200 граммов фруктов. Любые фрукты и ягоды можно делать. Вот, посмотрите, варенька я спрятала вот в такие баночки с крышечкой. Прячу в холодильник. А вот само варенечко. Посмотрите, какое застывшее. Желешка-желешка. Обалденно вкусное. Вкусное и полезное. Такое варенье можно и в десерты, и в сладости, и просто так. Кушаем по метаболическому принципу и худеем. Будьте здоровы, пока!